Президент Порошенко настаивает, в 127 территориальных громадах выборы должны пройти как можно скорее. Об этом он заявил в интервью одному из региональных телеканалов. И местные власти, по мнению главы государства, должны приложить максимум усилий, чтобы голосование было честным и прозрачным. Но сейчас свое слово должен сказать парламент и в срочном порядке рассмотреть вопрос о членах ЦИК. Верховна Рада має розглянути президентське подання, яке вже більше року знаходиться в парламенті, обрати новий склад Центральної виборчої комісії. Це важливо не лише для створення об'єднаних територіальних громад, але й для забезпечення вільних, прозорих, чесних виборів президента і парламенту.